Ежедневно с 7 утра комбайны немецкого и голландского происхождения выходят на поля Чердаклинского района. Сейчас в нашем регионе активно идет сбор урожая сахарной свеклы. Валовый сбор на сегодняшний день составляет 21 тысяча тонн. Средняя урожайность с гектара 341 центнер с гектара. Значит, предварительно примерно ожидаем валовку 42 тысячи тонн. После того, как по полям прошла сельскохозяйственная техника, эстафету принимают грузовики. Корнеплод попадает к ним в кузов и транспортируется на свеклопункт. На входе машины проходит весовой контроль. Вот таким образом, с помощью буртоукладочной машины сладкий плод попадает на свекольную базу. На площадку уже выгрузили 16 тысяч тонн. В бумах, а именно так сокращенно звучит буртоукладочная машина, сахарная свекла очищается от грязи, земли и листьев. Затем машина расфасовывает продукт по кагатам. В это время наша славная железная дорога подгоняет вагоны, и мы так называем машинами мехлопата. ПТС-77, грузим их в вагоны, оформляем на железной станции, отправляем на сахарный завод на переработку. Как и в прошлом году, урожай сахарного корня остается на том же уровне. Аграриям Чердаклинского района осталось убрать 600 гектаров. А это значит, что сбор свеклы завершится в Ульяновской области через 10 дней. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.